симптомы воспаления легких. Как узнать воспаление легких? Обращение к врачу должно быть при первых сомнительных болях в грудной клетке. Это позволит получить своевременное и правильное лечение воспаления легких и поможет избежать всех возможных осложнений. При очаговой пневмонии, когда в воспалительный процесс вовлекаются отдельные участки легкого, симптомы могут быть слабо выражены и чаще всего напоминают бронхит. Болезнь может продолжаться длительное время, то затихая, то образуя новые очаги воспаления. Зачастую из-за отсутствия правильного лечения очаговая пневмония оставляет спаечные процессы в легких. К основным признакам воспаления легких относится повышенная температура до 39-40, сильный озноб, покашливание. Однако эти симптомы характерны для многих простудных заболеваний, поэтому больше всего должны насторожить боли сбоку в груди, при вдохе и выдохе, кашле и чихании. Сначала они появляются периодически, а затем носят постоянный ноющий характер. Дыхание из-за этого становится частым и поверхностным, появляется одышка. Из-за высокой температуры кожа становится сухой и шелушится. На второй-третий день после начала заболевания с кашлем начинает выделяться мокрота буро-ржавого цвета. Ну, правда, как выяснилось, в России сдать анализы с улицы без предварительного осмотра терапевта, что по ОМС, что платного, и так нельзя. При всем желании даже за деньги. Это не получилось, например, у журналиста Евгения Берга, который недавно вернулся из Ирана и написал об этом у себя в Фейсбуке. Это не получилось и у нашего обозревателя Андрея Шашкова, который в начале февраля был в Италии, а через неделю после возвращения слег с температурой. Сейчас вот мне стало лучше, я вышел на работу, сразу тут начитался новостей про то, что я, оказывается, из очага вернулся. Вот, и хотел уточнить, можно ли мне, чтобы перестраховаться, к вам вот подъехать добровольно, сдать анализ, провериться, может быть, рано я с больничного вышел. Мы, к сожалению, этот анализ не проводим, наша лаборатория не проводит. Если у вас было посещение КНР или сопредельных консультаций в последние 3 недели, на данный момент наблюдаются клинические симптомы РВ, нужно получить очную консультацию врача, терапевта, специалиста, педиатр. Если доктор возникнет подозрение на коронавирусную инфекцию, то вас направят на госпитализацию и бесплатно сделать анализ на коронавирус. Мы, к сожалению, его не делаем. Вы можете вызвать врача на дом. Просто я вот только что разговаривал как раз с телефоном, который вызов врача на дом. Они сказали, что они не берут анализы. В соответствии с правилами Роспотребнадзор диагностики нового вида коронавируса не проводится. Как правило, если для диагностики лечения, да, то есть возможно только в условиях инфекционного стационара, и для получения медицинской помощи обратиться необходимо к дежурному врачу по месту жительства или вызвать скорую помощь. Температуры нет, горло не болит совсем, кашель такой остается, остаточный, особенно если там где-то чуть-чуть ускорить шаг, например, знаете, там вот такой вот. Я вас понял. Но то есть я вам рекомендую, да, я понял вас, я вам рекомендую обратиться в свою поликлинику по месту жительства, записаться на прием к своему участковому терапевту, или кто там, дежурный врач будет, объяснить вот эту ситуацию. Может быть, есть необходимость сделать вам рентгенографию грудной органов, грудной клетки. У каждого из них был так называемый шок легкого. Определить время его наступления по внешним признакам не может ни один врач. Вот пациент просто кашляет или у него насморк и температура, а через минуту ему уже может потребоваться реанимация. Легкие отказываются работать. И предсказать это состояние может только пульсоксиметр. Этот с виду неказистый прибор, по мнению врачей, должен быть во всех машинах скорой помощи. В кризисных ситуациях от него зависит жизнь пациента. За минуту эта машина способна определить степень насыщения кислородом, один из важных жизненных показателей. В этом году портативные пульсоксиметры на палец оказались нужны как воздух. Вирус гриппа уже на 2 сутки мог ударить по легким. И в некоторых случаях счет жизни пациента шел на часы. Это обычная пневмония, там жидкость. И когда пузырек сокращался, ее хорошо слышно. Нынешние пневмонии, они давали отек стенок. Ее было практически не услышать. С помощью фонендоскопа аускультативно ее можно было определить только по рентгену. И одним из показателей ее наступления – это нарушение пульсоксиметрии 5-6 день. Представляем вашему вниманию пульсоксиметр медицинский Армед YX300. Армед YX300.
Прибор предназначен для измерения насыщения кислородом капиллярной крови и частоты пульса в режиме непродолжительного мониторинга. Пульсоксиметр – это портативное, непроникающее устройство, которое находит применение как в условиях стационара, так и в домашних условиях. Прибор может быть использован для самоконтроля пациентами, страдающими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Хорошо помогает контролировать физическую нагрузку людям, перенесшим инфаркт, в период реабилитации. Может быть использован спортсменами для контроля уровня тренировочных нагрузок. Прибор работает от двух батареек ААА мизинчиков. Благодаря экономичному энергопотреблению заряда батарей хватает более чем на 30 часов непрерывной работы. Для использования прибора необходимо открыть зажим, который работает по принципу бельевой прищепки. Палец пациента вставляется в резиновое отверстие пульсоксиметра до упора ногтем вверх. Прибор запускается однократным нажатием на кнопку на передней панели. Период обновления данных не более 16 секунд. На мониторе отображаются насыщение крови кислородом СПО2, пульс, частота сердечных сокращений в минуту, пульсовая волна, заряд батареи. В случае недостаточного заряда батарей загорается сигнал низкого напряжения. При каждом нажатии кнопки выключателя показания на мониторе поворачиваются на 90 градусов. Прибор автоматически выключается через 8 секунд после окончания использования.